Всем привет, дорогие друзья! Сегодня сверхкрутой баттл, а он непростой. Сегодня участвует сверхклассная акция от Магнит Скрепыши. Очень популярная акция. И не менее популярные игрушки, киндер-сюрпризы, джои и обычные. Кто сегодня победит в нашем челлендже акции баттле, друзья, только решать вам. Для этого есть комментарии внизу. Пишите, победили киндеры сегодня, либо суперкрутые скрепыши, которые мы очень любим. Ну и киндер мы тоже любим. Чтобы, друзья, не пропускать такие классные видео, обязательно вы подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик, поставьте пальчик вверх этому видео и напишите комментарий. Самые классные я отмечу сердечком. А мы начинаем этот классный челлендж. Как мы видим, у нас много скрепышей, разных-преразных. Также у нас киндер Джой, Леди Баг, БН-10 обычный киндер, также киндер Бегемотики, киндер на Тунс и киндер-сюрприз Марвел. Друзья, очень сегодня будет ожесточенная битва. Кто победит, как я и сказал, решать вам. Начнем со скрепыши, откроем вот такой скрепыш. Кстати, пишите, какие у вас уже скрепыши есть, либо игрушки из киндеров, тоже какие у вас уже есть. Открываем первый пакетик и кто нам попался. Так, пакетик крепкий. Кстати, у нас уже на канале есть несколько видео, заходи и смотри, про скрепышей. Ух ты, нам попался чертенок-скрепыш, но с ним сложно будет воевать киндером, я думаю. Но, думаю, мы все-таки оторвушу найдем конкурента, и он сможет победить. Итак, скрепыш-оторвыш против киндера... Бен-10, друзья, он тоже такой супергерой, тоже, можно сказать, оторвыш. Ну, не оторвыш, а, конечно, Бен-10. И мы смотрим, кто же победит в этом батле. Очень вкусно шоколадом пахнет сразу, ам-ам-ам. Так, кстати, в Бен-10 идут только коллекционные фигурки, сюрпризы. И нам попалась первая игрушка, друзья. Так, да-дан. Вот так выглядит коллекция сюрпризиков. И вот такой крутой летающий персонаж нам попался. Сейчас я его быстро соберу и посмотрим. Вы можете прям писать, в первом победил в батле такой сюрприз, в втором, третьем и четвертом. Друзья, в общем, участвуйте тоже, активничайте, чтобы было интересней нам раскрывать сюрпризики. Так, не так, вот так, крылышки. И сейчас ставим его в платформочку. Опс. Такс. Получилось. Когда вот это мы колесико крутим, наш персонаж летает. Итак, друзья, голосуем. Первый бой. Кто победил? Тынь-тынь, скрепыши либо киндеры. Первые наши оппоненты собраны. Мы открываем следующий скрепыш. Пакетик со скрепышем. Так. Вау, друзья, смотрите, какой новенький. У нас, кстати, такого еще не было. Заходи, смотри, какие мы уже нашли. Есть видео на канале. Этот у нас еще не попадался. Так, для сравнения вам быстро покажу. Какие у нас есть. Итак, нам этого скрепыша зовут Влюбленыш. Очень классный скрепыш с такими глазками в виде сердечек. Очень забавненький. Классно будет смотреться, думаю, на одежде на какой-нибудь. Ой, не знаю, кто, друзья, победит в этом батле. Наверное, мне почему-то вот хочется Леди Баг открыть, друзья. Потому что Леди Баг у нас с суперкотом тоже какие-то у них там шуры-муры. Но откроем ее, и плюс цвет такой розовенький. Попробует Леди Баг с этим скрепышем поконкурировать. Здесь у нас игрушечка, а здесь вкусный шоколад. Ам-ам-ам-ам, друзья, очень люблю эти вкусняшки. И нам здесь попались ультраредкие фигурки, друзья. Еще их можно использовать как брелок. И, кстати, они в виде сердечка, друзья. Но это прям, я не знаю, мне кажется, ничья. Пишите в комментариях, здесь точно ничья будет. Киндер-сердечки. Видите, даже можно их отдельные рюкзачки в школе повесить своей подружке и себе. В общем, друзья, ничья, мне кажется. Либо все-таки скрепыши. Выбирать вам. Но
Это действительно очень круто попало. Синий Янь, такие сердечки, Леди Баг и Супер Кот. Очень классная игрушка коллекционная. И очень классный скрепыш, друзья. Очень удачный батл. Здесь точно ничья, даже я вот как ведущий, судья, свое мнение выскажу. Но вы, друзья, выскажите свое обязательно мнение в комментариях. Либо вообще сегодня ничья, победит дружба. Так, следующий, открываем пакетик. Вот такой, со всеми скрепышами. И давайте посмотрим, кто попадется здесь у нас, друзья. Ого! Здесь попался зомби! Зомби-скрепыш, который должен светиться в темноте. У него, да, у него светятся глазки и зубки, друзья. Вот такой страшный скрепыш-зомби. С кем же он будет соревноваться, друзья? Зомбыш наш. Так, зомбыша на стол кладем. И у нас три претендента. Марвел, Бегемотики и Натунс. Ну, я думаю, Марвел, да, друзья? Супергерои должны побороться с зомби. Кто же еще? Не бегемотики же, друзья. Так, коллекционная игрушка. Как я понял, они тоже только коллекционные. Мы сейчас посмотрим, кто нам тут попадется. Кстати, коллекция тоже, по-моему, новая, киндеров. Так, ну прям вообще. Я думаю, зомби точно шансов нету. Потому что нам попался Халк, друзья. А Халк, как мы знаем, зомбиков любит крушить и ломать. Так, очень крутая коллекция. Да, действительно, это новая коллекция. Такие здоровские крутые игрушки в супершариках. Так, давайте попробуем это все дело собрать. Так, веревочки эти все отсюда уберем. Так, так, так. Как же ты собираешься, Халк? Вот подставочка, что ли, как-то так вставляется. Хопс. Вот так Халк вставляется и собирается его капсула. Так, надо с капсулой чуть-чуть разобраться, друзья. Друзья, вроде получилось разобраться. Шарик вот так вставляется сюда. Халк можно сюда посадить. И вот такие вот штучки сверху, закреплючки. Их надо вот как-то так закрыть. Сейчас закроем. Чик. Чикс. И чикс. Как-то так. И снизу. Ну, в общем, все поняли, я думаю, друзья. Не будем на это терять время. Хочется скорее открывать следующие сюрпризы. Вот такой Халк здоровский в шарике. И зомбик, друзья. Но здесь сложно сделать выбор. Остается сделать выбор только вам, друзья. Дальше. Какой мы еще не открывали с вами скрепыш? Желтый, мне кажется. Вот такой мы не открывали. Открывали красный. Давайте откроем вот такой желтый. Ух ты, друзья! Какой нам цвет аж классный попался. Вау-вау-вау! Очень красивый скрепыш. Улыбается очень здорово розовый, друзья. Но здесь, я думаю, нам, наверное, бегемотики. Они же такие же улыбчивые, веселенькие. И составят конкуренцию точно ему, нашему цветышу. Очень классно. Давайте открывать киндер и смотреть, кто же победит в этом батле. У нас в одном батле целых уже 5 батлов, друзья. Ух ты, какой бегемотик нам попался. Тоже здоровский. Это бегемотик, бегемотик-поварёшка. Так. Вот они, коллекция бегемотиков новая. Очень крутая. И бегемотик. То ли поваренок, то ли это не поваренок. Это каратист. Бегемотик-каратист, друзья. Но бегемотик-каратист, думаю, сильнее, да, чем цветок. И, возможно, даже победит. Как тебя собрать-то, бегемотик-каратист? Вот так как-то. Хоп, да. Вот так мы его собираем. Смотрите, у него есть там механизм. Отпускаем и... Кия! 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 Да, друзья, бегемот-каратист, да еще и с такими зубами, думаю, победил нашего цветыша. Но, друзья, не факт. Потому что голосуйте в комментариях только вы, друзья. И победит тот, кто наберет больше голосов. Еще у бегемотика была вот такая наклеечка. Так, друзья, следующий чемпион. Сердечки и Киндер Натунс. Кто же победит, друзья? Мы сейчас вместе с вами узнаем.
Оп. Скрепыш. Чу-чу-чу-чу. Это скрепыш долларовый. Да, он очень яркий, красивый, с такими здоровыми глазками. Баблышек наш очень классный. Сейчас будет батлиться с киндером Натумсом. Даже не знаю, друзья, кто тут может победить, баблышек или киндер сюрприз Натумс. Мы сейчас вместе с вами это и проверим. Та-дам. В Натумс, как я понял, нет коллекционной игрушки все. Видите, нам попалось светлое яичко вот такое. И давайте смотреть, кто тут попался. Самое главное круто, то что нам тоже игрушка попалась зеленая. И это здорово, да, друзья? Думаю, тут может быть тоже ничья. Нам попался такой здоровский крокодил. Я крокодил-крокодил-крокожу из серии Натумс. И он коллекционный. Да, друзья, я думаю, здесь победила тоже, наверное, дружба. Крокодил такие зубки еще крутые. Так что, если нашего крокодильчика злить, он легко может скрепыша покусь-кускать. Вот такой последний челлендж батл. Осталось только вам, друзья, проголосовать, кто победил в первом, втором, третьем, четвертом и пятом батлах нашем. Также определить общего победителя этого выпуска, друзья, скрепыши либо киндеры. Но мне так хочется дать ничью всем, потому что, ну, действительно, супер-пупер крутой выпуск получился, супер-классные игрушки попались, я ими очень доволен. Друзья, обязательно подпишись на канал, поставь пальчик вверх этому видео, напиши здоровский комментарий, который я ставлю в сердечки. Также, друзья, не пропускайте супер классные новые видео на канале каждую пятницу, субботу и воскресенье. Также мы обязательно будем распаковывать этих скрепышей в следующих видео. Всем пока-пока, до новых встреч, goodbye, my friend!